И начнем выпуск с официальных новостей. В Казахстан с государственным визитом прибыл президент Франции. В ходе встречи в Аккорде Нурсултан Назарбаев и Франсуа Олланд обсудили ключевые направления казахстанско-французского стратегического партнерства и рассмотрели ключевые вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой и космической сферах, а также в отрасли железнодорожного машиностроения. Лидеры государств также обменялись мнениями по наиболее актуальным аспектам международной и региональной повестки дня. У нас очень много совместных предприятий. Французские инвестиции превысили 12 миллиардов долларов. Более 100 компаний работает у нас. И сейчас осуществляются десятки новых проектов. Я рад, что вас сопровождает большая группа деловых людей. Мы сможем дальше продвинуть наши отношения. Франсуа Олланд подчеркнул, что его визит является результатом договоренности, достигнутой в ходе визита президента Казахстана во Францию в 2012 году. Если оглянуться назад и проследить путь, который прошел Казахстан с момента визита Миттерана, то сегодня это совсем другая страна, которая развивается и укрепляется. Мы встречаемся в то время, когда наблюдается напряженная ситуация в отношениях России и стран Европы. Мне бы хотелось, чтобы она разрешилась, и в этом контексте ваша страна играет особую роль.